Свердловчанке грозит срок за покупки в интернет-магазине. Во время вечеринки девушка похитила у мужчины телефон, вставила сим-карту в свой мобильник и сделала несколько заказов в популярном приложении. В общей сложности дамские покупочки обошлись в 3516 рублей. Невольный спонсор шопинга, протрезвев, очень рассердился и обратился в полицию. Девушку задержали. Успела ли она получить посылки, не уточняется. Полиция напоминает, использование чужой банковской карты, в том числе найденной, в целях оплаты товаров и услуг без соглашения собственника денежных средств, является хищением денежных средств с банковского счета, квалифицируется как тяжкое преступление и преследуется по закону.